Вот так и замечательно стою, друзья мои. Это абсолютно идеал жизни. Вот посмотрите. Просто посмотрите вот на этот участок леса. Такого участка леса больше нет. Он только здесь такой. И это просто сказка наяву. Особенно, если взять, посмотрите, вот у меня тут Dire Straits. Вот, посмотрите, что у меня тут. Так что погнали. Эликсир сатаны с нефть магистрали, друзья мои. Очень благородный вкус. И потом вы скажете, да? Меня никто не поддерживает. Вы в этом уверены? Видите, кто у меня лежит под задним стеклом? Вот так вот. И он меня поддерживает, друзья мои. Он со мной, и он сделал кое-что гораздо круче, чем сделали те, кто меня попрекает. Вот маяк у нас. И, между прочим, Дейл, я тебе передаю привет. Я вчера вечером, на ночь, ночью, вот этой, я побывал на маяке Сан-Андреас. Вот что вот это здесь такое, я затрудняюсь сказать. Естественно, это не маяк, тут же моря нету. Но я называю его маяком. В конце концов, когда людей высадили инопланетяне сюда, на эту планету, им же никто не объяснил, что есть что. Люди все это назвали сами, как решили назвать. Хотя это не факт. Может быть, все эти древние праслова, может быть, большие братья, которые нас сюда поселили, может быть, они объяснили как раз, что как называется. Ва, ватер, вотер, вода. Аква. Вот этот вот ва. Ва. Хотя, мне кажется, что вода это и вот эта субстанция, это и есть ва. Никто ничего не объяснял. Но, как все мечтатели, я хочу верить. Хочу верить, что большие братья нас сюда подсадили.